Сейчас очень большой запрос. Вчера мы примерно 100 человек встречали просто на ногах. Люди приходили и говорили, вот у меня такая ситуация, рассказывают свою историю. Сейчас самый большой вакуум – это медицина, медикаменты. Это касается людей с диабетом. Инсулины уже у нас в городе появились, слава богу, сопутствующие диатовары, тест-полоски. Это все дорогостоящее. Цены взметнулись, 450 гривен одна пачка тест-полосок. Есть специализированные медикаменты, которые сложно достать. У нас есть эта возможность помочь, то есть мы связываемся с аптеками. Если, например, нужны специализированные какие-то таблетки, лекарства, обращайтесь по возможности, что мы можем, будем делать, стараться выйти. И также те, кто может предоставить эти лекарства, мы обращаемся к вам, пожалуйста, помогайте, привозите. Если они у вас лежат дома с хорошими сроками, привозите в фонд «Добрый самарянин». Это касается лекарств от эпилепсии, потому что у людей сейчас панические атаки, если это еще есть сопутствующее заболевание, все усложняется. Простуды, вирусы, коронавирус никто не отменял, все еще с этим работаем, тоже люди делают запрос на эти медикаменты, мы их привозим. И памперсы, очень актуальная тематика. Детки маленькие, да, и детские. Детки маленькие в Одессе остались, многие не выехали, детское питание, памперсы все еще очень актуально. Будем рады, если будете помогать, если это у вас есть. Друзья, пожалуйста, пишите в Телеграм на наши ресурсы, фонды «Добрый самарянин», Одесской народной церкви, наши личные ресурсы. Пишите для того, чтобы мы смогли обработать эти заявки не в телефонном режиме, в телефонном сложно, заявок слишком много.